На Сочинском хлебокомбинате ежегодно сходит с конвейера более 55 тонн пасхальной сдобы. По традиции, именно в этот день православные к Пасхе красят яйца, исповедуются и причащаются, прибираются в доме. Благословения ждали и пекари. Были освящены все печи, агрегаты для приготовления хлебов, куличей. Куличи, есть такая традиция приносить куличи, освящать в храм, поэтому всех приглашаю на богослужение, которое состоится во всех храмах города Сочи. Разговляться после Великого Поста будут все верующие. В каждой семье свои рецепты и хитрости приготовления праздничных блюд. На комбинате же рецептура из года в год меняется. Однако пекари советуют сильно не экспериментировать с пасхальной выпечкой. Ведь только правильно приготовленный кулич остается мягким довольно долго.